Что ты хочешь? Я хочу кушать. Иди покушай. То, чего я хочу, у нас нет. А чего ты хочешь? Я хочу булочку. У нас есть булочка. С известью? Что ж, надо как-то слиться вместе. Вроде в сериале они обнимались, да? О, кстати, это называется селф-тест. О, господи. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Что там по телевизору? И для тех, кто не спит. Так, госпожа адвокат, давайте повторим. Подсудимый убил 1000 девушек. Хоть они и чокнутые, но они все же люди. Но вы говорите, несмотря на это, его нужно отпустить. Потому что... Потому что тот, кто любит сумо, плохим быть не может. А, да? Он любит сумо? Точно, тогда невиновен. Помнишь, как мы с тобой за гаражами целовались, а, Женька? Не-не-не, мы же в щечку, в щечку. Не, в засос. Нет. Язычками. Нет. Остановись! Нифига себе, ты что, останавливаешь меня? Главное, когда портфелем по башке за гаражами мою подругу бил, я тебя не останавливала. А ну-ка, что ты там такого интересного увидал? Ой, не-не-не, чур меня! Ты двойников все наколдовал, сатана? Ну да. Я тоже так хочу! Только у тебя не получится, потому что ты му**. А ты тогда кто? Я не знаю. А хочешь, я тебе сейчас булку наколдую, а? Ну ладно, давай хоть булку. Так уж и быть, получай свою булку! Вау! Булочка со вкусом говна! Прям как я люблю. Но в Мирану все кругом влюбляются. Даже шкафы эти. Даже король? Жаль, конечно, но он сбежал бы. Да все, что захочешь. Ты лучший. Да ты для меня прям как брат. Больше, чем брат. Мы лучшие друзья. Нахрена она вам, если у вас две дочери, одна из которых почти взрослая? Зачем? Ваши советы должны нам помочь. Угу. Огромное спасибо. Ребята, это мое призвание. А может быть, у вас есть какие-то советы и для нас? Ведь весь сеанс вы нас игнорируете. Простите, а кто вы? Мы их родители. Хорошо. А вам стоило бы умереть. Родные-то есть. Проглотил, погорячился. А, сирота, значит. Круглая. Дай мне одну минутку. Наконец-то вы пришли, у меня там в ванной кое-что потекло, может, посмотрите? Давай без долгих прелюдий, я же знаю, ты меня не краны чинить позвала. Тогда вы нашли нужного человека. Да, конечно, ты видел, какие у нее титьки и ноги. Я вообще-то про себя. Слышишь ты, гомосятина?